Ой. Не знаю, как вы, а я люблю смотреть на звезды, когда не спится, и представлять, как там на них все устроено. Дворы с заборами или без? Картошку сажают или с деревьев собирают? Есть ли там поросята? Вот бы они прилетели и все про себя рассказали. Так вот, если бы поросята с других планет к нам прилетели, мы бы их встретили как следует. Все бы тут показали, объяснили про нашу жизнь, защищали бы их от врагов, вкусно кормили. Поросята с других планет у нас бы не соскучились. Ведь всегда можно придумать понятную всем им игру. Например, в догонялки. Интересно, а те поросята хоть немножечко похожи на нас в профиль? Но даже если и нет, мы бы все равно были им рады и заботились бы, как о родных. Когда-нибудь они все-таки прилетят и обязательно останутся. У нас же тут так хорошо и спокойно. Ну что же это такое, а? Не замолчите вам уже!